Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Победы, 1. Крочу волочкой тихой у родную хату, и вспомин тихой плынью бы речка тяче, знов весна. Завихаются зранку и мама, и тата, вёска булки на свято сягоння пячэ. И от дворыкаў тихих вятрыска доносить пах корицы, ванили и інших приправ. Люд працуе рупліва, вялік дзень на носе, гаспадынькам хапае цяперыка справ. Писанка – самый яркий и узнаваемый символ Пасхи. Яйцо символизирует победу жизни над смертью, а его красный цвет напоминает нам о крови Христа, пролитой ради нашего с вами спасения. Здравствуйте, дорогие телезрители! Добрый всем вечер! Наконец-то закончился Великий пост, самый продолжительный пост. И сегодня мы с вами можем разговеться и, конечно же, приготовить что-нибудь вкусненькое. Я уверена, что Елена с Полочины привезла нам какой-нибудь интересный, уникальный рецепт. Давайте ее встречать. Добрый вечер, Степановна. Добрый вечер, Елена. Здравствуйте, дорогие телезрители. Ну, что интересное вы нам приготовили, и чем мы будем удивлять всех нас и наших телезрителей в дни Светлой Пасхи? Скажите, Елена. Сегодня я хочу предложить приготовить вкусные и сытные клёцки с мясом, а еще давайте испечем традиционную Пасху. Ух ты! Сразу два блюда. И даже Пасху испечем. Но это здорово. И нам, конечно же, потребуется помощник. Мы приглашаем сюда Евгения, повара ресторана пивоварни «Лямус». Евгений! Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте, Степан. Добрый вечер, Евгений. Нам предстоит очень сегодня плодотворная работа. Да, у нас сегодня богатое пасхальное меню. Мы с вами будем готовить клёцки с мясом, а еще выпекать Пасху. Интересно. Ну что ж, продукты, которые нам понадобятся: молоко, яйца, чернослив, дрожжи, вода, соль и сахар. Это нам нужно будет для теста, для того, чтобы выпечь Пасху. А свинина, лук и картофель нам понадобятся для того, чтобы сделать клёцки. Ух ты! Вот просто сразу два таких интересных блюда. Мы справимся, Евгений? Точно? Я думаю, справимся, конечно. Отлично. Ну и поскольку тесто требует мужских рук, Евгений, мы вам поручаем сделать тесто. Давай. А мы, Степановна, с вами займемся приготовлением начинки для клёцок. И нам нужно лук и мясо порезать мелкими кубиками. Вам я поручаю порезать мясо, а я займусь луком. Очень замечательно. Я передаю вам лук, пожалуйста, да, Елена. А мне резать мясо маленькими кубиками, да? Да. Приступаем. Ой, как хорошо все готовить толоко, и дело быстро справится. А хорошо бы, если бы еще какая-нибудь песенка зазвучала у нас. Сможем, Елена? Конечно же сможем. Тем более, что в пасхальные дни ходили волочебники, поздравляли сельчан с праздником и пели песни. А я думаю, вы поможете мне? Попробуем. Евгений, поддержим Елену? Я послушаю. Добрый вечер, пани господару, ясно красно на весь свет. Заспеваем песню вельможному пану, ясно красно на весь свет. Як и для пана, так и для пани, ясно красно на весь свет. Не дозволите вашу хату веселить? Веселите. Ну то девки спеваем. Спеваем.
Волочебный обряд или зеленые святки – это обход домов в пасхальное воскресенье, который сопровождался исполнением волочебных песен. Название обряда связано со словом «волочить», «волочиться», то есть «идти», «брести». Недаром типичным песенным зачином был «волочобники волочилися». Волочобники начинали ходить по домам в пасхальное воскресенье после вечерни и продолжали обряд всю ночь. На рассвете хождение прекращалось, даже если за ночь не успевали обойти все дворы. Хозяева одаривали волочобников через окно. В большинстве случаев приглашать их в дом было не принято. Завершив обходы дворов в деревне, волочобники собирались в одном из домов или в последнем доме, к которому они приходили с ритуальным распеванием, и устраивали там застолье с веселыми играми, танцами, песнями и шутками. Молодая молодица, кап ты легла колодку, кап плыла подводку, дякую вам. Дякую вам. А у панским дворожку яку вяночку, ясно-красно на весь свет. Ну, друзья мои, нарезать продукты, я думаю, что это легче, чем сделать тесто для Пасхи. Тут требуется особая энергетика и, наверное, какие-то свои секреты, да, Елена? Что добавляется вот сюда сейчас? Ну, наши полоцкие хозяйки разбавляют дрожжи теплым молоком, так. А затем уже вливают туда сахар, соль, дрожжевую смесь, чернослив, можно изюмом, конечно, заменить, а потом уже муку и, конечно же, все вымешивают хорошенько. Ага. Передавайте, наверное, дрожжи, да? У нас они уже разбавлены теплым молочком. Пожалуйста. И, Евгений, еще раз объясните нам последовательность. Вначале мы вбивали яйца, затем, как вы вот делаете сейчас? Затем теплое молоко. Так. Соль, сахар. Вводим дрожжи тоже разведенные, как Елена сказала. Ну вот все правильно. И просеянную муку. А, мука у нас уже просеяна. Да, наше тесто обогатилось кислородом и было более пышно. Вот какие секреты. Запоминайте, запоминайте, друзья мои. Помнится, что наши предки даже молитву перед этим тоже какую-то особенную должны были прочесть. Правда же? Елена, я права? Да, Степановна, вы правы. Ну вот, у нас все готово. А Евгений, как у вас сейчас? Готово, осталось добавить чернослив. Чернослив. Ух ты! А я знаю, что много чего добавляют в Пасху. У каждого свой индивидуальный рецепт. А с черносливом я впервые слышу про такое, что чернослив надо порезать его, да? Мелко. Можно добавить изюм. Изюм. А что еще добавляете? Можно курагу добавить. Вот как здорово. Я еще помню, что бабушка добавляла чернушку в пироги. Это был особый запах. А еще прослойку с киселем. Делают ли такие рецепты, даже не знаю. Вот сколько удивительного вообще узнаем мы сегодня, да? Ну что, я перекладываю это мясо в тарелочку. Евгений, а что еще можно интересного добавлять сюда в Пасху? Можно добавлять мак. Корицу можно добавлять. Вот, для запаха и для вкуса. В принципе, любые сухофрукты можно добавлять. Здорово. Ну все, так. Наше тесто готово. Ну что, друзья мои, все готово. И, наверное, мы, Евгения, можем отправлять уже на кухню. Правильно? Да, сейчас, Женечка, мы вам поручим, нужно обжарить мясо и лук на растительном масле, а заодно и занести на кухню тесто, для того, чтобы оно там в тепле подошло. Хорошо, давайте. Так, а какое время нам понадобится, чтобы тесто вот так настоялось и подросло? Надо часик-полтора, чтобы оно постояло. Ага. Ну что, отправляйтесь, Евгений. Елена, мы знаем, что самый главный праздник, конечно же, выпадает на пасхальное воскресенье. Но для наших предков каждый день Святой Недели имел особый смысл и был наполнен особыми событиями. Какими же? Да, это действительно так. Каждый день имел свой смысл и значение. И, кстати, у нас на Полочине до сих пор стараются придерживаться традиций наших предков. Например, в понедельник у нас начинается большая уборка. И люди старались избавиться от всех ненужных и громоздких вещей. Во вторник закупали все продукты для Пасхи, и женщины готовили целебные отвары. А среда считалась днем стирки, и в этот день старались отскоблить полы и выбить ковры. Вот как.
А четверг не зря и до сегодняшнего дня считается чистым. И не только потому, что люди должны были аккуратно, чисто быть вымытыми. Но самое главное, что они должны были очиститься духовно и принять причастие. Правильно, Елена? Правильно. А еще говорят, что даже куры, которые снесли яйца в чистый четверг, да, они и съеденные на Пасху, они предохраняли людей от болезней. А скорлупа, закапанная на пастбище, охраняла животных, домашний скот от сглаза. В пятницу готовили все пасхальные блюда. Поэтому говорят, что в этот день поварихам даже ангелы помогают. Так говорят набожные люди. Ну а в субботу уже тихая приборка. Можно еще красить яйца и готовить все общие блюда. Как и мы, например, сегодня готовим наши клёцки с мясом и Пасху. И Пасху. Волочовники волочилися, Христос воскрес, Сын Божий. Волочилися, намочилися, Христос воскрес, Сын Божий. А ты, Господар, а ти спиш ляжиш, Христос воскрес, Сын Божий. А коли ты спиш, ну дык Бог с тобой, Христос воскрес, Сын Божий. А коли не спиш, погутар со мной, Христос воскрес, Сын Божий, Христос воскрес, Сын Божий, Христос воскрес, Сын Божий. Вот это одна из песен, с которыми традиционно ходят наши волочовники на Пасху. Так, а у Евгения уже тут процесс. Начиночка у нас готова. Так, и тесто подошло. Замечательно. Тесто надо еще раз обмять. Ну, это для твоих рук, Евгений, конечно же. И затем тесто нужно, чтобы снова постояло в тепле. Вот как нужно тщательно вымешивать тесто, чтобы оно еще раз подошло и было пышным, воздушным. Тесто обмяли. Так. И сейчас уже выкладываем формочку, да, в которой оно должно вырастать. Да, да, да. Вот какие нюансы. Выкладываем. И накрываем рушничком. Да. Вот все, как наши предки делали. В теплое место. Так. А тем временем мы займемся подготовкой клёцки, наверное, будем готовить, да? Да, мы будем делать тесто для клёцок. И для этого нам нужно потереть картошку и отжать ее. И снова работать для вас, Евгений. Давайте я займусь. Давай. Картошечка. Так, я передаю вам терочку. Пожалуйста. И будем тереть в какую посуду? Вот в эту, да? Тарелочку, да. А мне хочется, Елена, вот задать вам такой вопрос. Скажите, а какие особые, может быть, приметы на Пасху вот у вас существуют на получение? И вообще приметы пасхальные, те, которые имели огромное значение для каждого человека. Ведь Пасха – это такой святой праздник, который важен для каждого православного человека. Да, действительно, эти дни считаются дни, которые отмечены Богом. И люди очень следили за этими днями, потому что, например, рождение ребенка, если ребенок родился в пасхальную неделю или же на Пасху, то считалось, что он будет очень здоров, очень удачлив и еще достигнет больших высот. Вот так. А смерть в пасхальную неделю или же в Пасху тоже имела особое значение. О, вы слышали об этом? Да, человек, который скончался в этот день, он считал, что это особый божественный знак. Вот. И наши предки верили, что человек попадает прямо в рай, к нашим святым угодникам. Елена, я слышала, что даже тех, кого хоронили, то обязательно ложили к нему вот пасхальное крашеное яйцо, как символ жизни. Правильно? Да, действительно, в правую руку ему клали красное яичко. Основные знаки Пасхи – это крашеные яйца либо писанки. Ими обменивались в период праздника с пожеланием друг другу добра и блага. Обычай красить яйца на Пасху напоминает христианам о воскресении Христовом. А ритуал очистки окрашенного куриного яйца символизирует рождение нового мира, который он очистил от грехов человеческих своими страданиями и кровью. Поэтому принято красить яйца в красный цвет.
Утром за время пасхального завтрака священное яйцо резали на части. Их должно было быть столько, сколько сидящих за праздничным столом. Другим знаком торжества Пасхи является кулич. Считалось, что чем лучше выйдет эта сладость, тем более благоприятным для семьи будет год. Хозяйки при замесе теста постоянно молились, надевали чистую одежду и очень тщательно мыли руки. После окончания всенощной начиналось освящение принесенных на службу яств. Из церкви возвращались как можно скорее, поскольку, согласно народным поверьям, кто раньше начнет разговляться, у того будет в этом году удача в его делах и хорошее здоровье. На стол, покрытый белой скатертью, ставили яства, освященные в церкви. Крашеные яйца, кулич, высокий хлеб из добного теста с узором в виде солнца, Пасху. Ну, картошечку натерли. Ну что, Женя, теперь мы попросим вас ее отжать. А, давайте. Да. Пожалуйста. Для этого мы берем марлечку. Очень удобно будет. Вот как здорово это все. Все происходит волшебным способом. И крепкими руками все это нужно отжать теперь хорошенечко. Ну все, масса наша готова. И теперь мы можем приступать к формированию наших клёцок. Так. Ну, командуйте, Елена, как дальше будем поступать? Я думаю, что Женя нам сейчас покажет. Мастер-класс, как всегда. Да. Отлично. И сделает клёцочку. Ага. Вот формируем такой колобочек своеобразный, да? Берем начиночку, нашу ложечку. И все это нужно залепить. Формуем. Так. Так как, вот видите, даже скатывать нужно. Вот есть свои нюансы. Красивая клёцка. Ой, ну попробовать хочется, но не знаю, получится ли у нас так. Евгения, давайте, вот сколько порционно должно быть. Так. Сейчас вмятинку такую делаем. И тоже уж будьте любезны, положите, давайте, сколько вот должно быть начинки. Спасибо. Угу. Чем больше, тем лучше. Формируем клёцочку. Волшебный момент. Ой, вообще, мне кажется, это так здорово. Особенно детей привлечь вот к этому занятию. Делать такое вкусное праздничное блюдо. Так, а теперь как-то вот так красиво вы делали. Да-да-да, ровненько. Ой-ой, ровненькая, что была клёцочка. Ну, посмотрите, оцените, получилось же, да? Очень симпатично. Ух ты, Елена, какая красота. Так. Ну, в общем-то, как-то мы справились быстро. Получилось у вас? Да. Ну, выглядит красиво. Я думаю, что будет и аппетитно. Вот. Что теперь? Ну что, теперь я думаю, что пора готовить наши клёцки и выпекать Пасху. Клёцки наши красивые готовы. А вот как их приготовить уже к употреблению? Каким способом мы их будем жарить, варить? Мы будем их варить. Варить? Да. Так, и это сколько времени нам понадобится? Полчаса где-то. Надо. Полчаса. Ну, замечательно. Ну что, Жень, тогда мы вас отправляем сварить клёцки, и уже пора пришла выпекать нашу Пасху. Хорошо. Вот самый волнительный момент, дорогие друзья. Отправляем Евгения. Я пошла. Мы ждем с нетерпением. Для начинки мелко нарезаем лук и мясо. Обжариваем на растительном масле до полуготовности. Для теста картошку натираем на мелкой терке, отжимаем через марлю. Соль и специи добавляем по вкусу. Порцию картофельного теста раскатываем на ладони, в центр помещаем начинку, прищипываем и формируем в виде шара. Сформированные клёцки отвариваем в бульоне или воде около 30 минут. Подаем с соусом или зеленью. Яйца, соль, сахар взбить. Добавить разведенное теплым молоком дрожжи и просеянную муку. Затем добавляем измельченный чернослив, можно изюм.
и даем тесту настояться в теплом месте примерно час-полтора. Затем поднявшееся тесто обминаем, перекладываем в форму для выпечки и снова даем подойти. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов до образования золотистой корочки. Велик святый наш день настал, со славой к Богу засиял. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Жанчинам ангел там сказал, что Бог живый, он с мертвых стал. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Ой, какая красота! Так, сейчас, сейчас, сейчас. Ух ты, пахнет, как замечательно. Ну, красиво, все здорово. Очень красиво. Очень красиво и вкусно пахнет, действительно. Ну что, давайте. Я думаю, что вот хоть немножечко мы прикоснулись к праздничным блюдам. Ну, я думаю, самое время их попробовать. Давайте, конечно. Ну что, приступаем? Да. Помолясь. Ух ты! Еще запах пошел. Какой аппетитный. Так. Я думаю, что можно уже и попробовать. Смачно всем есть. Спасибо. Спасибо. Ну-ка. Очень вкусно. Вкусно. Аромат, запах какой. Евгений, а вас готовят такое блюдо или нет? Да, у нас готовят такие клёцки со шкварочками. Действительно, все очень вкусно. И я хочу напомнить, что все вот эти угощения вы можете попробовать в ресторане-пивоварне «Лямус». И не только эти блюда, но и множество блюд белорусской национальной кухни. И, конечно, здесь всегда ждут вас, и мы приглашаем вас в ресторан-пивоварню «Лямус». Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу город Витебск, проспект Победы, 1.